Но опять же повторюсь, что эти потери могут быть не от того, что какая-либо гимнастка не умеет это делать, но идет же очень сильное волнение, напряжение, плюс вчерашнее все вместе сказывается, поэтому Беларусь. Сегодня могут быть ошибки многие. Хотя спорт есть спорт, и выходит человек один раз, уже исправить его, к сожалению, это не может. Должен собираться каждый раз выходить. Ну а Инна называет свою композицию в восточном стиле «Самурай». Хороший пируэт, прекрасный. Инна сделала его очень чисто. Нога вперед перешла на аттитюд незаметно. Мы даже не заметили, как она это сделала. Очень грамотно. Молодец. Асимметричный бросок булавами и концовка. Инна Зукова, Беларусь.